Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 234. Словарный диктант. Напиши под диктовку, подчеркни орфограмму. Рабочий, народный, рассказывал, артистка, карандаши, трамвай. Подчеркни в словах непроверяемые, безударные гласные и сочетания ж-ш. Рабочий, народный, рассказывал, артистка, карандаши, трамвай. Это непроверяемые безударные гласные. Подчеркиваем их одной чертой. Буквосочетание ж-ш подчеркиваем двумя чертами. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.